Всем привет, меня зовут Лина Леандерсон, мне 16 лет и я из Швеции. And I was born in a town called Falun. It's like 50,000 like people who live there. And now I live in Stockholm because I started on a theater school. Я родилась в совсем небольшом городке в Швеции с населением где-то 5000 человек. Сейчас я живу в Штокгольме, учусь в школе. Yeah. В театральной школе. I'm in 10th grade, and my first audition ever was actually for Letterophony. So it was kind of like I was kind of nervous, and I didn't know like how to do on an audition. На самом деле, сейчас я учусь в 10 классе, а первое прослушивание у меня состоялось, когда я была очень маленькая, и я очень волновалась, потому что не знала, как реагировать.